Тренировочная квартира для взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья появилась в Нягане. Самостоятельно вести домашнее хозяйство инструкторы по труду научат няганцев с ментальными нарушениями и аутистическими расстройствами. Какие условия созданы для занятий по домоводству в нашем материале? Сначала намыливаю посуду, а потом уже споласкиваю водой. С трудом удерживает тарелку в руках, но моет ее до блеска. Ольга Евгеньева – инвалид с детства. Все 33 года ее по жизни вела мама. Случилось так, что теперь все домашнее хозяйство легло на плечи хрупкой молодой женщины. Мама инвалид тоже после инсульта, поэтому приходится все делать мне. Ну, большинство. Это уборка, стирка, полы мыть. А готовить, конечно, она, но я помогаю. Самостоятельно резать овощи сегодня на завтрак винегрет учат в специально оборудованной кухне. Инструктор по труду рядом. Под рукой памятка, как пользоваться плитой, посудомоечной и стиральной машинками, пылесосом, электроутюгом. Тренируемся застилать кровать. Так. Длинный край. Возьми длинный край сюда. Поскольку у мукадас как бы нарушение зрения, поэтому ей необходимо все это очень точечно показывать. Площадь тренировочной квартиры 49 квадратных метров. Чтобы освоить весь спектр программы социальной адаптации, на занятия приглашают по 2-3 человека. Программа практических занятий с учетом особенностей разработана для каждого индивидуально. Сейчас очень модно получается хендмейд, то есть работа руками. Мы планируем их научить ремеслу, которая им подойдет, и чтобы они могли какое-то минимальное зарабатывание денег, дополнительных средств, не только на пенсию существовать. В Нягане проживают 37 человек с ментальными нарушениями и аутистическими расстройствами в возрасте от 18 до 44 лет. Именно для них в первую очередь и предусмотрены курсы в специализированном помещении, которое расположено в центре города. Удобно для проведения практических занятий и по посещению магазинов, кинотеатров, пользованию общественным транспортом. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.